На свирели у нас 6 отверстий. Левая ручка 3 пальца. Указательный, средний, безымянный. Сверху ложатся. 3 правой руки те же, снизу. Если мы играем нотки по порядку, например, гаммы до мажор. Вот все закрытые, это до. И поднимаем с самого низу. Ре, ми, фа, соль, ля, си. Все открытые. Да, посмотрите, чем я ее держу. И все закрытые, это до. Когда мы дуем спокойно, это первая октава. Если мы дуем сильнее, это уже вторая октава. При игре мы можем говорить слоги, например, ту сейчас на каждую нотку.